Возвращающая повязка на кисть или варежка. Начинается с циркулярных туров в области лучезапястного сустава. Далее делается перегиб бинта. Бинт идет вдоль кисти, до лучезапястного сустава и назад. Таким образом мы закрываем все пальцы сразу. Затем фиксируем повязку спиральными турами вокруг предплечья и кисти. При этом первый палец кисти должен остаться свободным. Заканчиваем повязку фиксирующими циркулярными турами. Поставьте нам лайк и нажмите на колокольчик.